Всем добрый день, с вами агентство Нора Гайри Минкуль. Сегодня мы представляем вам квартиру планировки 1,5+1. Вот здесь имеется лифт, дом четырехэтажный. В данном доме осталось всего лишь две квартиры, планировкой 1+1 и планировкой 1,5+1. Сейчас я вам показываю полторашку. Вот, сейчас я захожу, здесь у нас металлическая дверь, видеодомофон уже установлен, уже подключен. Вот такая вот металлическая дверь установлена. В прихожей имеется такой вот небольшой шкаф. Дальше здесь у нас туалет с душевой кабиной. Проточный уже установлен, водонагреватель. Ванна имеется, место для стиральные машинки, шкафчики. Дальше в коридоре лежит плитка, в комнатах положен паркет. Теперь давайте посмотрим уже саму квартиру. Кухня, рабочая зона, поверхность мраморная, тут очень много шкафчиков, есть место для вытяжки, место для духового шкафа и место для посудомоечной машины. Также уже подготовлено место для холодильника большого. Так, здесь у нас детская спальня. Она небольшая, именно поэтому я называю эту квартиру 1,5+1. Имеется большой балкон, терраса. Вот, посмотрите, какой большой балкон у них здесь. От данного дома, вот, здесь очень хорошая инфраструктура. Вот есть детские площадки городские, шок-маркет отсюда вот 20-30 метров. А также другие маркеты, как бы все имеется. В шаговой доступности школа также здесь рядом есть. Вот такой вот большой просторный зал у них. Большой зал. Ну и давайте посмотрим сейчас спальню. Вот. Спальня не маленькая, хорошая, просторная. Сложные потолки. Вот отсюда очень хорошо видно, что здесь вот рядом стоит шок-маркет. Детская площадка городская. Школа отсюда, наверное, 300-400 метров от этой квартиры. Лифт имеется. Территория огорожена. Ну вот и все. Я очень надеюсь на то, что вам понравилась наша квартира. С вами было агентство Нора Гайри Минкуль. Всем пока-пока. До скорых встреч.